Всем привет! В этом видео мы решим 5 ребусов, которые вы видите на экране. Первое задание очень простое. Здесь всего лишь нужно было заметить, что для того, чтобы получить 1, нужно добавить к 6 5. И как результат 15 плюс 56 это 71. Во втором задании ZZ, то есть двухзначное число, обозначает 10Z плюс Z, то есть 11Z. А значит, в ребусе нужно добавить 11Z два раза, 3 раза по Z и получить 25Z, и это должно равняться 100. Отсюда получим, что Z это 4. В третьей задаче, чтобы получить 8, B может быть 4. Отсюда выйдет 10A плюс 10A равно 130, это то же самое, что A плюс A равно 13. А значит, A выйдет 6,5, а такого быть не может. А значит, наше допущение неверно, то есть B не 4. B равно 9 – это второй вариант получения восьмерки. Теперь 10A плюс 10A равняется 120. После упрощений получим A равно 6, и 69 плюс 69 будет равняться 138, а значит, ребус решен. Заметим, что в четвертом ребусе у нас умножение вместо суммы. И для того, чтобы получить и умножить на и равняется и, перебором всех цифр получим только две, которые подойдут. 5 на 5 это 5 и 2 десятка. 6 на 6 это 6 и 3 десятка. Подставив пятерку в ребус, получим 15 умноженное на 5. Равняется это 75, а не 90 с чем-то. Значит, 5 решением быть не может. Рассмотрим 6. 16 умножить на 6 будет 96. Это подходит под ребус, ответ правильный. Последнее задание самое сложное. Здесь нужно заметить, что для того, чтобы получить Z путем добавления к Z двух цифр, эти две цифры обязаны быть 10. Они не могут быть 20, так как это две цифры. Сумма двух цифр никогда не будет больше, чем 18. Получается, над левой колонкой можно написать единицу, которая будет означать десяток, который получили с помощью суммы в правой колонке. Так как сумма в левой колонке на 1 больше, чем в правой, то y больше на 1, чем z. X может быть единичкой или двойкой. Если x будет двойкой, это означает, что y остается быть только восьмеркой для того, чтобы оставить сумму 10. Если y будет 8, то z получается на 1 меньше, а значит 7. 22 плюс 88 плюс 77 равняется 187. Так как мы допустили 2, а получили вместо x единицу, то допущение неверно. Поэтому рассмотрим последний случай, когда x равняется 1. Y выйдет 9 для того, чтобы в сумме давать 10, а z на единицу меньше, то есть 8. Подставив цифры в ребус, получим, что сумма равняется 198. А это именно то, чего мы хотели. Значит, нашим ответом будет являться x равно 1, y равно 9 и z равно 8. Если вам понравилось это видео, напишите нам в комментариях и всем пока-пока!